по политическим мотивам. Я вступил. Работает в СБУ, да, правильно? Нет, у СБУ что нет? С-14 кому подчиняется? Ну кому С-14 подчиняется? Гражданский корпус кому подчиняется? Я не знаю. А может и ее через С-14 кто-то нас наклоняет. Понимаете? Поэтому меня преследуют уже давно. Я написал Верховную Раду по правам человека. Политические, партия Шария. Да, меня они за это преследуют. Вы знаете, соседям их в темную используют, понимаете? Спецслужбы используют в темную. Знаете, логический вопрос пытаюсь понять. Вы говорите, что ваша соседка что-то распыляет. Она же и сюда, получается, отправит. Дело в том, что, конструкция архитектурного здания такова, что, посмотрите, вот коридор прямой, и у меня дальше длинный коридор. Сквозняк идет полностью. Да, у меня прямо идет, вот как вы стоите, по двери, длинный коридор, вот 5,5 метров. Да, и там вытяжная... Нет, не тянет, поверьте. Потому что, смотрите, здесь дверь снята, а там у них две двери. Во-вторых, здесь лестничный марш рядом, и сюда вот все затягивает, все сюда. А у них вот дверь, вот она плоская, ну, и закрыта, понимаете? А у меня там вытяжная сразу, туалет, ванная, и туда все протягивает. Вот они поэтому и сняли двери. Я догадываюсь. Вначале они лили фтороуксусную кислоту. Капали, да. Когда я обработал раствором белизны, она почернела. Они убрали коврик, потому что на коврике проступили черные пятна. Там, где они капали. Потом стали капать сюда. Сюда стали капать. Ну, я периодически у себя вот тут перед дверью обрабатывал. А чем обрабатывал? Тоже раствором белизны. Только белизной? Да, только белизной. Нет. Так, белизну потом. Вот это белизна. Это белизна. И, да, и, а вот они тут распыляли. У меня даже есть видео, как она тут это поливала. У 12 числа я вызывал. А? Да сейчас не могу, это в компьютере, это надо там рыться. Какое уголовное дело? Я снимаю не людей тыкаю, я снимаю автомобили, которые брызгают мне. Это вранье, никто нигде ничего. Ничего нигде нету, это все оговор. Вот вы видите, они все в одной группе. Она даже вот говорила этой соседке моей. Нет, это я за что, они наоборот. Они против, да. И она говорила, ну давай, Лена, вступай в нашу группу, будем его вместе прессовать. Я это слышал, да. Вот это вот. Она, кстати, совершала на меня 21 июня. Разбойное нападение вместе еще с двумя месяц назад совершила разбойное нападение, удерживали меня, душили, выкручивали руки, ограбили, забрали фото-видеокамеру. Это заявление в полиции находится, до сих пор никаких действий полиция не приняла. Вот, а вот она сейчас на меня вот это все говорит, понимаете? Я пострадавший, а они? Что? Нет, не на нее. У меня заявление лежит, а у нее нет. Нет, не точно так же. Там были свидетели, а сейчас свидетелей нет никаких, то, что она говорит. Там были масса свидетелей, и полиция, и видео было все заснято, и камеру они у меня похитили. По поводу здесь 12 июня, июля, вот этого, да, 12 числа. Она здесь распыляла, наливала, она черти что творила. С этого момента начала? Нет, она начала раньше. Просто я нейтрализовывал, а те, кто ее на это все направлял, им не нравилось, что я остаюсь живой. Понимаете? Им нужно было добиться моей смерти. У меня, я же говорю, 7 заявлений в полиции. Можете проверить.
И все это делают они. А сейчас это вызвали просто с целью меня оболгать. Очередной раз. И не давать мне себе здесь уборку даже делать перед своей дверью. Я имею право. Они вот даже дверь сняли общую совместно, которую я тоже вкладывал финансовые средства и ставил. Нет, я заявление не написал, потому что мне уже, я 7 заявлений, и полиции никакой реакции, понимаете, у меня уже сил нет. Я жду выборов, и когда уже придет новая власть и начнет заставлять вас работать, в конце концов. Нет, я не знаю, вы, может быть, и работаете.